И, наконец, на этом мы, наверное, закончим, хотя еще время полчаса. Ну, посмотрим. Наверное, надо сделать еще один маленький перерыв. Я говорю о серьезнейших вещах. Вот где-нибудь студентам бы на лекции это бы пошло. Потому что если говорить сухим языком, то тут и не наберешь буквально на эту тему информацию. А когда вот так рассказываешь, ну как книги пишут. Представь себе, что это просто переложить на текст и написать в виде книги. Это наоборот кого-то даже возбудит, кого-то позовет вдаль. Вот. Кто-то наоборот скажет, ну я в эти самые уже телегонию, я уже не полезу, ну его нафиг. Вот так. Я немножко на кухню и продолжим. Потому что можете пока прочитать вот это. Почему? Это продолжение вот этой серьезнейшей темы. Я это специально начал с простых советов, а закончил вот этим. Так, я чуть меньше. О, я пошел на кухню, простите меня. Да, и вы можете успеть за чаем сбегать. Ну, тут полчаса первых. Большой первых. Так, прочитали? Теперь я читаю. Между тем, садоводам при гибридизации плодовых деревьев приходится иметь дело почти исключительно с одними только привитыми плодовыми деревьями. Следовательно, они неизбежно, это не деревья, а люди, должны сталкиваться и считаться в деле с этим неоспоримым и в сущности несравненно большим влиянием, чем атавизм. На самом деле, при гибридизации плодовых растений, когда мы для роли материнского растения берем привитое дерево какого-то сорта, то выращенные семечки вот такого скрещивания мы получим самое ничтожное количество экземпляров с признаками скрещенных сортов. Внимание! Остальное же большинство будет простыми дичками. И это произойдет совсем не от влияния атавизма. Вы представляете, что получилось? Нет еще? Мне пришлось копать. Вот эти девчата, да, выпускницы Тимирязевки, которым били в голову то, чего было признано истиной 80-90 лет назад, и с тех пор ни шагу вперед. И вот это же мне, но только что кто-то Мичурина, у меня тяжелый язык, кто-то сделал чуть легче, и получилось, помните, у меня есть это, только я уже не стыдно показывать еще раз фразу, которую они взяли из Википедии. Так там-то и было. Свободное опыление. Смысл тот же самый. Итак, я уже попробую еще проще. Однажды Мичурин взял с привитого дерева, где на дикие подвое был привит, была привита Антоновка, взял с ней семечки и вырастил до плодоношения. Оказались дикари. Вот. И он решил, что виноват подвой. Теперь получается, что все вот это самое, вот это все зря. Знаете, как я это расцениваю? Я сейчас еще раз свою любимую анекдот расскажу. Уж извините. Вот. Вот это мой сайт. Спасибо брату. Спасибо Кате из этого, из Челябинске, Карташовой. Вот. Получается, что все вот это из этого, пусть это 100-граммовое, видите, 50-граммовое, 80-граммовое, все из этого вырастут дикари. Вот. Смотрите. У абрикосов, у груш, нет, есть яблони и груши. С них очень трудно получить повторение качеств. Даже скрещивая два сорта, вы же убедились, тут мы еще не прав, можно получить дикаря. Но как, не ведая, что творят, перекрывая путь к будущему, а это значит прививки, было легко убедить всех ученых, а они такие же, видимо, доверчивые. Или им просто все по барабану. Помните поговорка?
Они нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Нет, они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем. Помните эту горькую перестроечную фразу? Вот это все должно быть с дикарями. И не ведая, что если несколько поколений прививать не первое на второе, первое на третье, первое на четвертое, первое на пятое, а первое на второе, это мировое открытие, вам цитирую свое, первое на второе, второе на третье, третье на четвертое, четвертое на пятое, закрепляется так свойство. Вот хрен вам теперь вот из этого вырастут дикари. Извините, я уже волнуюсь, грубые слова применяю. Вот из этого уже обратно дикари не вырастут. Все. Несмотря на то, что рядом растут манжурские абрикосы. Как рядом? Вот так. Ну и пусть часть из них будет уже не 100 грамм, а 50 грамм. Меня же за это не расстреляют те, кто вот это закажет косточки. Понимаете? Сейчас мы вертимся уже в другое это, в другой вселенной. Это уже особая вселенная. Все, мы это прошли. Неудачи прошли, удачи прошли. Удач больше, чем неудач. Как можно теперь, не зная, что даже просто косточка и культура, они настолько пластичны, это сливы, абрикосы, вишни, персики. Они настолько пластичны, что здесь получить потомство, такое или почти такое, легче, чем получить дикаря. Это ж теперь обратно дикаря получить то, что они считают, что сразу получится. Это невозможно. Вот той неосторожной фразы, она касалась только семечковых культур. А здесь все подряд. И вот всю эту красоту взяли, перечеркнули. Но вот она, вот она. Даже вот с этих яблок, вот посмотрите, на сейчас я покажу какое-нибудь яблоко покрасивее. Представляете? С абрикосом уже точно дикаря не будет. Вот голову на плаху. Даже где-то кто-то доказывал, парочка все-таки будет диких. Ну, помните, это, мой адрес получил письмо, видимо, от настоящего ученого, но он забыл представиться, да. Вот. Но это-то, боженьки ты мой, косточки эта культура, они настолько пластичны, ведь замучаетесь дикаря получать. Это опять несколько поколений назад надо. Вот. Вы поверите, что вот это непривитое дерево? А, черт возьми. Надо было один раз нажать, я два раза нажал. Как теперь быть? А, вот. Вы поверите, что это непривитое? Да какая разница, привитое или нет, результат-то получился одинаковый. Разница только в одном. Просто на год позже заплодоносили, чем на привитом. На привитом на второй год, а на непривитом на третий год. И зачем все это хоронить-то было? А, девчата с теми разницей. Да, вы не виноваты, вас учили, вы просто доверчивы. Вы ничего перепроверять не стали. Вам просто логики не хватает. Даже просто по логике. Нет деревьев это, несовершенных. Есть деревья, еще раз, сеянцевые. Но даже они не могут иметь идеальную форму по той причине, что сеянцевые деревья, у них не хватает морозостойкости. Начинает отсыхать верхушки, начинает, не полезает вот так. Только бороться с этим бесполезно. Ну пусть там 2-3 верхние ветки замерзли. Тут же снизу полезут им замена. Да и хрен с ним, пусть так и растет. Нет, давайте теперь отрезать. Отрезать, значит, теряет морозостойкость. Тогда накинутся эти самые насекомые. Вот так и живем. Вот. А вот это я тот самый не знаю. Помните? Это девочки, я вам говорю. Сделайте хотя бы как в том самом анекдоте. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Очень жизненный анекдот. Жизнь прожита зря. Прожита в этом отрицании, в этом учебе, учить уничтожать деревья. Вот на этом вы зациклили все. И вот это никого не убеждает. Никого. Никогда вы с этого дикаря не получите. Никогда. Ой, елки-палки-моталки. Так, что
Что дальше? Возвращаемся в нашу лекцию. Итак, привел Мичурин семечек, это Антоновку на дикую, получил семечек деревья плодоносящие, а они оказались дикими. И все свалил на подвой. Больше влияния, чем атовизм. Ну, больше влияния. Но ведь это нельзя было делать так, чтобы это все касается буквально. Я боготворю Мичурина. Но мы должны из Мичурина брать, как это самое, как изюм из булки. Помните анекдот? Продавщица обращается. Сколько стоит булка с изюмом? 30 копеек. А без изюма 20 копеек. Пожалуйста, наковыряйте мне килограмм изюма. Смешно? Мне смешно. Мой любимый анекдот. Знаете почему? Вот отсюда мы должны наковырять изюм. Вот отсюда.